Мы приехали из Эдмонтона в Россию на Олимпиаду, побывали в Москве, а сейчас приехали сюда, чтобы увидеть очень хорошую команду. У вас просто сумасшедшая поддержка, очень круто, нам очень здесь нравится, вы действительно лучшие, фанаты ваши нереально хороши. Вы, ребята, болеете очень страстно, а мне вот очень нравится музыка и все эти барабаны. И вот когда еще команда выходила на матч, это тоже очень круто было. Вы реально лучшие. У нас, конечно, хорошие в Канаде болельщики, но здесь, честное слово, лучше. Вы вот сказали, что были на Олимпиаде. Что можете сказать о Сочи и о России в целом? Мне Олимпиада очень понравилась, и все русские, что мы встречали и в Сочи, и здесь, в Санкт-Петербурге, очень здорово и приятно с нами общались. Русские вообще самые дружелюбные люди, по-моему, которых я встречал когда-либо. Я прям полюбил вас всех. А что можете сказать о хоккее в КХЛ? Очень контактный хоккей, мне нравится, как прям все с душой прессуют тут друг друга. Жесткая, интересная игра. Жесткий, силовой и очень интересный хоккей. К тому же все очень классные игроки. Да, и очень похоже на НХЛ. Прям вот один в один, что тут, что у нас. А что можете сказать про большую площадку? Говорят, на маленькой хоккей поинтереснее смотрится. Не-не-не-не, мне так большая даже побольше и нравится. Большая площадка — это здорово. Много пространства, бросков тоже больше. Очень круто. Так может и в НХЛ тогда пора начать на больших играть? Надо будет с Гарри Бэтменом по этому поводу пообщаться.